подготовка спортивного резерва и повышение уровня спортивного мастерства. Вот такие задачи ставятся в ходе соревнований. Но главное – это отбор на предстоящее первенство России в конце марта. На сегодняшний день у нас посчастливилось проводить первенство Сибирского федерального округа до 18 лет среди юношей и девушек. Согласно регламенту, с этого года все соревнования проводятся совместно с юношами и девчонками. А ранее такого не было. И на сегодняшний день к нам приехали из 7 регионов Сибирского федерального округа. И уже впервые мы тут видим команду Томска. Ранее команды Томска не было. И вчера у нас прошли уже первый день соревнований. Среди юношей это 5 весовых категорий, и среди девушек тоже 5. И второй день у нас тоже 5, и среди юношей и девушек так. И наши данные соревнования являются отборочным на первенство России, который будет проходить в конце марта в городе Орле. Это среди юношей, а среди девушек Подмосковье в городе Наро-Фоминске будет проходить. Вольная борьба является захватывающим видом спорта, и тувинские спортсмены в нем не отстают от своих соперников из других регионов. Благодаря жесткой тренировке, постоянному совершенствованию техники и твердой воле, тувинские борцы достигают высоких результатов на соревнованиях разных уровней. Таким образом, из 380 участников с учетом всех весовых категорий из Сибири на первенство России в марте поедут 63 человека. Главным судьей трехдневного первенства в Кызыле выступает судья международной категории Кирилл Асадоев, частый гость чемпионатов и первенств Центра Азии. Очень интересная, очень насыщенная такая борьба идет. Хочу оценить, высокую оценку дать борцов из Тувы местных, Республика Тыва. Потому что я смотрю, последние 4-5 лет борьба развивается семимильными шагами у местных. Потому что раньше мы думали, тувинцы боролись в маленьких весах, там, допустим, до 60 килограммов. А сейчас уже во всех весах дают сильную конкуренцию. Конкуренцию мощную дают. И я хочу поздравить местное руководство и местных тренеров за спортсменов, что только работать и работать надо, и брать пример с местных тренеров. Расширенную версию первенства Сибирского федерального округа с комментариями от самих вольников и результатами смотрите в выпуске программы «Спорт» в предстоящую среду. РС Мангуш, Чайхан Дангак, Ангар Кужугет, телеканал Тува-24.